Меня зовут Кристина Лизунова. Здравствуйте. Я рада приветствовать зрителей и читателей Якутского Саха-информационного агентства. Сегодня, в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, мы решили поговорить о критериях набора в армию и о многом другом. Об этом нам расскажет военный комиссар Захаров Афанасий Павлович. Здравствуйте, Афанасий Павлович. Скажите, пожалуйста, какие критерии отбора в армию сейчас в 2021 году? Во время периодов призыва, это весенний призыв начала с 1 апреля по 15 июля, и осенний призыв, это с 1 октября по 31 декабря, проводится комиссия муниципального образования, то есть в данном случае городского округа город Якутск, призывная комиссия граждан на военную службу вооруженные силы. В этот момент проверяется у гражданина состояние здоровья. Если состояние здоровья позволяет для службы в армии, значит, призывная комиссия принимает решение о направлении гражданина для службы войска. Критерии какие? Критерии – это состояние здоровья, морально-психологическая готовность, также образование. Образование не меньше, чем 9 классов. Соответствие всем требованиям для военнослужащего вооруженных сил. А что может помешать в здоровье не пойти в армию? Это, конечно, решают врачи, военно-врачебная комиссия, да? Я просто из своего опыта могу немножко высказаться, да. Например, если у гражданина есть плоскостопие третьей степени, здоровье по сердечно-сосудистым заболеваниям, есть проблемы, да, по желудочно-кишечному тракту, по превышению ожирения, ожирение третьей степени тоже не принимается в армию. Бывает, рост, вес не соответствует ИМТ, индексу массы тела. Достаточно таких требований по состоянию здоровья, по которым граждане могут получить категорию годности временно негоден к военной службе и ограниченно годен к военной службе. Если человек временно негоден получает категорию, значит, он на полгода освобождается от службы, не то, что освобождается, а временно получает отсрочку, чтобы поправить состояние здоровья и на следующем призыве быть призванным. А если такое заболевание, что невозможно будет ему подправить в течение полгода, значит, он освобождается от службы в армии. Значит, не подходит по весу и по росту? Может быть, слишком высокий или слишком низкий, или слишком по весу много? Каждому росту должен соответствовать вес, да? Если вот человек высокий и вес маленький, значит, у него недостаточное питание, да? Недостаточная масса тела, и человек может худнуть, чуть ли не погибнуть, поэтому такого человека нельзя испытаниям подвергать, и лучше освободить, считается. Поэтому врачи принимают решение освободить от службы в армии в мирное время. Афанасий Павлович, раньше служили 2 года, сейчас всего лишь год. Как изменилось в плане дедовщины? Сейчас, можно сказать, дедовщины нет, но в то же время она существует. Это, конечно, зависит от самого населения нашей Родины, да, России. Если мы сами от этого избавимся, то ее может и не быть. Но почему-то наши ребята придумывают какие-то придумывают критерии какие-то, да, по каким-то критериям они
должны стать стариками, кто-то молодой, да. И вот из-за этого возникают проблемы. В данный момент у нас тоже стал вопрос сильно, что ребята не могут понять, что надо как бы жить мирно в воинском коллективе, да, и начинают критерии придумывать, что кто-то старик, кто-то молодой. И вот сейчас поехали наши, как сказать, комитет матерей по воинским частям и хотели разобраться в этом вопросе, но я результата еще не знаю, какой там результат от их поездки вышел, да, но я надеюсь, что, наверное, в лучшую сторону все. Как бы. Можно сказать, что армию уже стоит не бояться? Конечно, в армии очень много, как сказать, продвижений в лучшую сторону, что многие отслужившие рассказывают своим знакомым, своим младшим братьям, что надо идти служить, что там ничего страшного нет. Я сам общаюсь с этими ребятами, кто вернулись из армии, и они ничего плохого не могут об этом говорить. Даже если у кого-то была дедовщина, они говорят все как бы в положительном свете. Все это опыт, как говорится. Конечно, конечно. Я слышала, что хотят вернуть, так скажем, служение в армии, да, службу в армии на 2 года снова. Что можете об этом сказать? Ну, конечно, это прежде всего внесение изменений в федеральный закон. Если будет происходить какое-то внесение изменений в данный закон о воинской обязанности военной службы 53-98 года, то прежде всего узнают население, узнают ребята, которые должны будут подвергнуты к призыву, да, мы узнаем вторыми или, можно сказать, вообще последними. Потому что мы исполнители, как закон выйдет, так до нас доводят. А сам закон будет муссироваться среди населения и среди федеральной прессы. Ясно, спасибо. Афанасий Павлович, ваши пожелания будущим новобранцам? Ну и можете поздравить, конечно, с 23 февраля, ведь наше интервью приурочено именно к данному празднику. Спасибо огромное за то, что предоставляете мне возможность. Да. Я от имени своего коллектива, коллектива работников военного комиссариата города Якутска, поздравляю всех жителей и населения города Якутска с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. И хочу, чтобы подрастающее поколение призывников, подрастающее поколение защитников Родины смотрели в сторону вооруженных сил только в позитивном ключе, да, и было у них желание пройти службу в армии и понимали, что данная служба в армии только будет помогать в их будущей жизни. Спасибо вам большое за интервью, и я тоже поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Спасибо большое. Спасибо.